Высокоскоростной интернет становится доступным и для жителей районов республики. К нему подключился фельдшерско-акушерский пункт села Шомиково Маргаушского района. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика РФ» свыше 500 жителей села могут гулять теперь свободно, без ограничений по просторам интернета. Технологии это позволяют. Но у нынешнего события серьезный функционал. Любой фельдшерско-акушерский пункт – это прежде всего здоровье. С подключением к интернету заботиться о нем стало проще. Записаться к врачу, пройти плановую диспансеризацию, провести профилактический осмотр – и все оперативно, без очередей. ФАП получил совершенно другое оснащение. Появились рабочее место фельдшера – это стандартный компьютер, многофункциональное устройство. С помощью этого оборудования сейчас уже легко прямо отсюда записаться на прием к врачу, выписать направление на анализы, получить заключение врачей. И также скорость позволяет проводить прям такие хорошие видеоконференц-связи с любым нашим республиканским медицинским центром, ну, вплоть до федеральных центров. Теперь медики работают с электронными картами пациентов. Это упрощает работу и обеспечивает безопасное хранение данных. Со временем сотрудники ФАПа смогут использовать и другие функции республиканской медицинской информационной системы. Для меня это очень удобно. Лично для меня. Во-первых, сейчас теперь не надо ехать в районный центр, чтобы забивать талоны по неотложке. Во-вторых, я могу в любое время посмотреть у больного карточку, то есть где и когда он был на приеме, и что ему назначили. Вот. Ну, в принципе, действительно очень хорошо. Намного проще. Фельдшеру – это облегчение капитальное. По сути, оптимизируется весь рабочий процесс. Электронный документооборот ускоряет сроки получения результатов диагностики, анализов и назначения лечения. Прием становится комфортным. До конца этого года будут подключены еще 77 объектов, а к концу 2021 года высокоскоростной интернет появится более чем в 1000 социально значимых объектов Чувашии. Инесса Потапова, Семен Антонов, Республика.